туман. Вон первые мотоциклисты едут. Наверное, сети ставят на рыбу или еще что-то. Интересно. Проехал. Когда ты начнешь заниматься осознанностью, в плане того, что ты будешь искать вот эту тишину, долю, вот эту, которая возникнет, когда у тебя внутри ты ощутишь, что-то замолчало. Для меня это удивительно, даже этот момент помню. Я как раз из автобуса выхожу, и у меня внутри меня мысль остановилась. Поток внутри, он остановился. И вот эта остановка, она была доля секунды. Прям реально короткая, такая короткая очень. Но она меня действительно удивила. Я удивился, потому что она такая незабываемая. И вот у меня дочь, например, да, многие, ну, некоторые люди, я, говорит, когда им говоришь, что попробовать не думать, надо не думать. И он такой, да я вот сейчас не думаю. Нет. Самое, что интересное, ты этот момент будешь точно видеть и точно узнавать, когда ты не думаешь. Он такой ощутимый, прям очень сильно ощутимый этот момент. И каждый раз, вот я помню, когда первый раз у тебя возникает вот это недуманье, да, ты начинаешь его потом искать. Ты начинаешь процессы всякие запускать по недуманью. Ну, чтобы ощутить вот это вот доль секунды. И оно такое по нарастающей. У меня это было, я бы сказал, что даже не один год. Кого-то, может быть, это будет быстро. Наше время сейчас уникальное, и очень много людей пробуждается, и некоторые пробуждаются спонтанно, и просто так вот. Мне приходится ковыряться и выковыривать из себя вот эту вот осознанность, все, что связано с осознанностью. У кого-то как подарок это. Как заслуга какая-то. Скорее всего, заслуга где-то раньше. И начинается все с доли секунды. И понеслось. Самое интересное, что осознанием тела, например, да, я занимался еще в 2010 году. 2010 год, это что, 12-13 лет назад. И вот этой тишины, вот этой доли секунды, ее не было. Хотя я полностью осознавал тело, я уже двигался теле, осознавая вот все тело, не просто там руку или еще что-то, а все тело. И вот этот момент тишины,
он возник, ну, совершенно недавно, вот несколько лет назад, пару-тройку лет, может, чуть побольше, но не 12-13 назад. То есть это просто осознавать тело, да, и увидеть тишину внутри, это разные вещи абсолютно. Когда ты осознаешь тело, допустим, ты привыкаешь создавать концентрацию внутри себя. Когда ты создаешь тело, осознаешь, ты концентрируешь. Микрофончик работает. Ты концентрируешься внутри и тренируешь себя в этой концентрации. Ты даже можешь быть тотально концентрированный в этом. Но у тебя может не быть этой внутренней тишины. Да, ты сконцентрирован. И вот эта концентрация, она перерастает все больше и большую концентрацию внутреннюю. А потом в один прекрасный момент, и ты ощущаешь доли секунды тишины, ты такой, раз такой, ее ощутил такой. О, это что это было? Что это было? В этот момент такая тишина такая возникла, такая. Доли секунды. Ты идешь такой под впечатлением. Но это вот у меня так было. Я шел такой под впечатлением. Я слушал Эдхарда Толли, вышел из автобуса и шел на почту. И этот момент у меня, я как раз таки, там у меня была, ну, лекция, книга, там про лови эти доли секунды пробуждения, не пробуждения, а доли секунды тишины. И у меня такая раз внутренняя тишина такая, на доли секунд такая раз возникла такая. Но до этого Эдхарда Толли я еще за 10 лет до этого читал. То есть я Эдхарда Толли читал все время. Не только Эдхарда Толли, это и Оша, и много-много всего. Просто оно как тренировка накапливается. То этот внутренний твой потенциал, он накапливается. Моменты концентрация все гуще, все крепче такая становится. И в этот момент такой прорыв такой в этой концентрации, и ты ощущаешь тишину такую, раз такая возникла. А еще классно оно было для меня, то, что я использовал вот этот «я есть», «я существую». Когда ты произносишь эти слова, кажется, фантастика какая-то, волшебство, да? Но в этот момент возникает тишина внутренняя, которую ты не ощущаешь. То есть она есть доли секунды, но ты ее не фиксируешь. Она как что-то неуловимое такое, да? Но она неуловимая, потому что ты никогда этим не занимался, а ты никогда этим не касался. И как это? Ты не понимаешь это не потому, что твои понятия слабы. Не потому, что ты тупой, а потому, что это не является и не являлось областью твоих понятий. То есть это не являлось твоим пониманием в твоей той жизни до этой секунды, да? А тут поэтому ты не можешь распознать вот эту вот тишину. А сейчас
я распознаю, вот когда я называю, говорю, я есть, я существую. И у меня такой переход, прям внутренний переход, я прям чувствую, он как лесенка такая вот. Вот как лесенка, и раз такой, шик, в лист такой, опускаешься с лесенки шагаешь, и вот чувствуешь вот этот переход, да, когда вниз, тело вниз такое опускается. Вот этот переход, я его ощущаю четко, когда я просто говорю, я есть. И у меня всегда внутренний переход такой, шик, я существую. И это для меня является проверочным словом, когда ты находишься в любом состоянии. Для меня это является проверочной фразой в осознанности ты не в осознанности. Потому что ум, он может так наворотить, так накрутить, что со временем ты... Он углубляется еще глубже. Он обманщик, ум. И ты постепенно, и когда занимаешься вот осознанностью, да, и ты его когда распознал в первый раз, ты его распознал и увидел. В следующий раз, со временем, по крайней мере, у меня было, он ушел глубже. Он ушел глубже. Внутри себя, да, и распознать его помогла фраза «я есть, я существую». А я такой раз чувствую, что кто-то внутри, я вроде бы в осознанности, я в тишине, да, я слышу, внутри кто-то базарит. Сука, он прям сидит и базарит такой, да. Слышу диалог, и я такую проверочную фразу «я существую». И я чувствую вот эту лесенку, вот эту ступеньку, такой, раз провалился. Ты такой, иди твою мать, что это? Но я помню лекцию в свое время, да, у одного человека, что там, что ум может, он обманщик, что он может уйти глубже и оттуда тебя обманывать. Так что фраза «я существую» проверочная, это офигенная фраза. Ты можешь ее вот просто произносить вот так вот. Я есть. Я есть. Я есть. Я есть. Блин, возможно, тебе это придется делать несколько лет. А возможно и нет, потому что я это не делал столько лет. А у тебя есть великолепная возможность ускорить все процессы. То есть я этим занимался сам. То есть мне без наставников, без учителей приходилось этим заниматься. А когда у тебя есть, кто подскажет, кто направит, вообще великолепно. Это как вчера я нашел средство, полол морковку. Никогда этим не занимался, этим занималась мама, жена, дети. Про полкой морковки. Такая мастурбация. И я нашел средство без вот этой огородной мастурбации, да? И ты просто это легко и просто. Ты просто обратился в интернет, покопался, поковырялся и нашел еще старый советский способ. Вот. Поэтому, когда у тебя есть возможность обратиться к какому-то источнику, источником может быть книга, человек, видео, что угодно может быть источником. Ты обращаешься, и ты развиваешься быстрее. Вот. У меня в основном книга была. Изначально книга, лекция. Ну, конечно, я встречался с людьми, но они для меня были как бы виртуальными наставниками. Не было такого, что у меня был прям конкретно наставник. Кстати, кто занимается, кто хочет что-то узнать, проконсультироваться, обращайтесь ко мне через ВКонтакт, через личное там сообщение или как там. Лучше в группу
Евгений Ушаков, «Практика жизни». Ну, короче, изыщите возможность. Я практически во всех соцсетях есть. И вот найдите мою группу и свяжитесь через сообщение или еще как-то. Можем состыковаться, можем побеседовать. Если что-то непонятное или что-то вот хотите разъяснить, какой-то момент, то ли вы чувствуете, то ли вы видите, так что обращайтесь. Вот. И очень интересно, что самое, что интересное, вот эта тишина, которая случилась и которая остановилась, она для тебя становится с каждым разом все более естественной, да? И ты все менее и менее начинаешь ее воспринимать как что-то необычное. И она для тебя становится обычным делом. И ты просто живешь в этой тишине. Да, возникают мысли, они здесь вокруг витают. Но ты их уже видишь. Где-то, допустим, отвлекся, попозже их заметил, да? Ну, ничего страшного там нету. И не бойтесь. Эти мысли – это тоже вы. Их нужно просто видеть. Это ваш ум. Он не злотей. Это инструмент, как калькулятор для решения задачи. Он вам нужен. Ничего страшного в нем нету. Ты просто пользуешься этим инструментом. Вот. И все. Тот, кто это видео досмотрит до конца, тому, кто это конкретно интересно, реально, люди, не стесняйтесь, обращайтесь, побеседуем, свяжемся как-нибудь через какой-нибудь популярный, непопулярный мессенджер, просто посидим. Побеседуем. Вот. Ну, как раз таки посмотрим, кто до конца смотрит видео. Кто до конца смотрит, тому реально интересно. Тот может, вернее, ко мне, скорее всего, обратиться тот, кто до конца досмотрит, если надо ему обратиться. И самое, что интересное, когда ты на путь осознанности встаешь, ты становишься как одинокий человек. Но в плане того, что ты становишься менее-менее понимаемый всеми другими людьми. Не пугайся этого. Кто-то пугается и говорит, что я хочу пожить. Я не хочу заниматься осознанностью, я еще хочу пожить. Глупость. Ты жить начинаешь именно в тот момент, когда ты начинаешь заниматься осознанностью и когда ты пробуждаешься. Только тогда ты начинаешь жить. И вот люди в заблуждении, что человек становится безразличный. Он просто становится не то чтобы безразличный. Вначале человек... Для обычной массы людей, конечно, это кажется, что безразличность, какая-то пофигизм, да. Но человек обращается в свой внутренний мир, и он какие-то мелочи или какие-то неважности начинает замечать, или он от них пытается уйти. И люди воспринимают это как безразличие. Что ты изменился, что ты сектантом стал или еще что-то. А на самом деле ты просто меняешься, ты растешь.
это реально рост, офигенный рост. Это просто космо-рост. Я бы сказал, на фоне основной массы людей, это просто полет в ракете. Полет, как говорится, в космос на ракете, да? Красота какая. Рано-рано утром птицы вон что поют. И что еще? Повторяю, у вас не должно быть стеснений обращаться к тем или иным источникам. Я сейчас просто тоже являюсь источником. Я рассказываю на основании просто своего опыта. Может быть, где-то дурацкий, где-то... Но опыт всегда разный, абсолютно. У всех все по-разному, поэтому так оно происходит. Главное – это осознать себя, пробудиться и найти внутреннюю тишину. Жизнь реально начинает офигенно меняться. Просто офигенно. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Друзья, подписывайтесь на канал. Обязательно переходите на Дзен, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеге. Будьте везде. Помогайте. То есть подписка в том или ином ресурсе – это продвижение всего. YouTube сейчас прикрыть хотят. Так что переходите на внешние, другие источники, ресурсы. Сейчас у нас основной будет это телега, ВКонтакте и Дзен. Будьте здесь, будь здесь и сейчас. Прям здесь и сейчас.